Я буду королем Людовиком на эльфском троне. А вы, ведьмак, сыграете эльфского правителя. Нужно переодеться. Все должно быть как надо. Девитав, король эльфов, принял Людовика в своем дворце на своем троне. В ослепительном блеске множество факелов. Витав положил у ног Людовика Винна, эльфский хлеб, передав людям владычество над плодородными землями. Потом Витав наполнил церемониальные чаши. Наконец, эльфский король достал свои щит и меч, тем самым символически передавая людям свои войска. Мешайте церемонии. Не сгибая спины, эльфский король обнажил клинок и упал на колени, признавая свое окончательное поражение. И молвил Людовик: «Я принимаю твою власть и вернусь через год». Ah!
Посмотрите! На статуи посмотрите! Быть такого не может, мамочка!